Вы знаете, 30 числа, к сожалению, на окашивание вас не могу записать. Могу вам предложить время. Есть у нас 28 декабря, но здесь только уток, к сожалению. Традиционно попасть в салон красоты в преддверии новогодних праздников не так-то просто, так как всегда найдутся те, кто записался к мастерам еще раньше. Администраторы предупреждают, если вы планируете салонный уход за собой в конце декабря, позаботиться об этом пора уже сейчас. 26 числа у нас почти все занято. В основном к нам записываются именно на окрашивание, на новинку, ультразвуковое наращивание, да, чтобы волосы были длинные, как некоторые, да, если у кого-то короткие, в Новый год охота что-то как-то себе изменить. Первыми идут на расхват мастера маникюра и парикмахеры. Последние отмечают никаких сложных причесок, в тренде легкие кудри или просто распущенные ламинированные волосы. Сейчас в моде максимальная естественность. Больше никаких зеленых, фиолетовых или розовых прядей, как в прошлом сезоне, не будет. Лучше вообще рекомендую более естественные оттенки от светло до темно-русых оттенков. Если вы планируете воспользоваться услугами визажиста, то тоже позаботьтесь об этом заранее. Большинство из них работают под запись и не находятся постоянно на рабочем месте. Также ожидается ажиотаж на косметологические процедуры. Большой популярностью пользуются услуги массажного отделения. Например, у нас лимфодренажный массаж с элементами шиатсу, который позволяет убрать несколько сантиметров в объемах и также похудеть на несколько килограммов. Причем записи ведутся не только женщины записываются на этот массаж, но также мужчины. С сезонным шелушением и сухостью кожи помогут справиться процедуры по уходу. Маски, пилинги и спа сравнительно быстро улучшат цвет и контур лица. Как до, так и после новогодних праздников. Процедуры по телу, релаксирующие спа-программы. Опять-таки водорослевые обертывания, которые помогут вам избавиться от лишней жидкости. Ожидая ажиотажа и желая угодить клиенту, салоны спешат сделать выгодное предложение, позволяющее сэкономить время. К примеру, маникюр и педикюр можно делать одновременно, а третий мастер тем временем сделает вам укладку. Также, готовясь к праздникам, можно воспользоваться всевозможными акциями от салона красоты и сэкономить при этом от 10 до 30%, купив сразу комплекс услуг. И не удивляйтесь, если некоторые салоны корректно попросят у вас предоплату. Мы посчитали, в среднем на приготовление к новогодней ночи длинноволосая девушка потратит на укладку 2500 рублей. Далее аппаратный маникюр 800, а педикюр обойдется в 1500. Получается, что минимальный апгрейд обойдется в 5000 рублей. Но ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому записывайтесь заранее, чтобы потом блистать на все 100.